Ребята, всем добрый день. Я приступаю к последнему этапу подготовки стен под обои. Беру белую грунтовку. В этот раз у меня кухос. Грунтовка грунтовочная. Краска водная. 15-литровое ведро на 90 метров стены. Вот смотрите. Вот она белая. Вот такого матового цвета. Беру полку. Размешиваю. Она гомогенная. Белая. Отлично. Но это не краска, это грунтовочная краска. Это является подложкой под обои и под краску. Ее можно колеровать. Вот. Но мне колеровать не надо будет. А если вам надо будет ближе к тому тону, который у вас будет, допустим, зеленые обои, вот можете или где стыки будут этих зеленых, темно-зеленых обоев проходить. Ну, в общем, есть применение. Колеровать можно. Только не знаю, сколько пигмента у вас уйдет, чтобы быть у меня зеленые. Так, ребят, размешала я. Теперь вот у меня лоток. Валик у меня Микмекс, 25 сантиметров. Амза, средний волос. Хорошо дает, хорошо берет и отдает краску. И маляр чистый. Так, ребят, наливаю. 330 на 370 у меня лоток. 10 сантиметров буду отводить в углах. На длинной ручке 48 сантиметров. Так. Закрываем. Будем, ребят, работать сейчас. Сперва углы открою. Вводим угол, мажу туда-сюда. У меня все зашкурено, моя штукатурка. И прогрунтована грунтовкой глубокую проникновение. Она высохла. Теперь мажу белым грунтом, чтобы снизить впитывающую способность клея. Стена у меня гипсовая, гипс очень сильно впитывает. Чтобы этого не было, я закрываю гипс укрывающим грунтом. Что я делаю? Я, во-первых, готовлю. У меня стена будет белесая, матовая. И не будет давать уходить сильно клей. Его лоток прокручиваю, на полку одела, полка 3 сантиметра в обхвате, варик 25 сантиметров, 38 внутренний диаметр, но ручка у них своя. Так, ребят, ну что, пошли работать. Без запаха, сохнет 3 часа до отлипа она, ну, в общем, ну, я обычно делаю за сутки, чтобы хорошо обстало, но это быстро сохнущее, 3 часа сухо. Через 3 часа можно или красить, или клеить. Богатые там через сутки, час до отлипа идет, и через сутки можно клеить обои, но вот это можно через 3 часа уже. Это во всех инструментах, ребята, покупала. Я посмотрела вчера, она у них есть наличие. Так. Все хорошо. Раскатываем. Обязательно в лоточке раскатывайте, не ленитесь. Никакие банки не макайте. Вот, варик,
Значит, смотрите, сегодня шкурила, подмазывала под выключатели розетки, которые ушли у хозяина, подмазывала еще. Вот, шкурила, потом грунтовала грунтовку глубокого проникновения, а после нее уже делала грунтовку. Вот стена у меня уже готова под поклейку обоями. Послезавтра придет клей, и я приду уже работать. Все, ребят, пишем комментарии, ставим лайки.